пахнет первой вербою, и земля оттаяла. Грач смотреть скворечники утром приходил, а любовь Ивановна двойку мне поставила, а Вадим Андреевич двойкой пригрозил. Пионер вожатая погрозила пальчиком, а Вадим Андреевич маме написал: я не понимаю, что случилось с мальчиком, он не занимается, двоечником стал. Из записки маминой получился маленький, очень замечательный, плавный самолет. Он летит над городом, что случилось с мальчиком? Целый день волнуется в доме весь народ. Я стою в учительской, неподвижный, каменный, ничего директору я не рассказал. Но она поймет меня, это точно знаю я. Девочка, которую вчера я провожал. Но она